Сегодня во всех школах ученики поздравляют своих учителей. А мы дадим такую возможность тем, кто уже давно выпустился. А заодно спросим, каким, по их мнению, должен быть идеальный педагог. Каким, на ваш взгляд, должен быть самый хороший, вот самый лучший учитель? Добрый. Самый главный, потому что первый учитель – это мама. Он должен быть добрым, понимающим. Ну и справедливым. Который, наверное, понимает ребенка и не ограничивает его, скажем так, в развитии и не ставит под одну к ребенку, а развивает индивидуальные качества ребенка. Учитель должен любить свою профессию и должен быть прямо человеком от Бога, потому что детей любить – это вот сейчас большой труд. Вы знаете, я расскажу вам о своем учителе, о наставнике. Это Раиса Ивановна. Ее уже сейчас нет в живых. Когда я пришла на работу, она была моим самым первым наставником в моей профессиональной деятельности. Я ее очень помню, люблю, и мы каждый год ездим к ней на кладбище, возлагаем цветы. Ну, это учительница начальных классов. В первом классе она у нас собрала своих учеников. Мы еще маленькие тогда. Ну, это был 59-й год. Нина Александровна Йогина, очень красивая женщина, такая корзина из косы у нее, такая светлые волосы. Ну, как сейчас помню ее. Первая учительница Гриднева Галина Николаевна, хороший учитель был. Помню, теплыми словами вспоминаем, ходили неоднократно в гости к ней. Первый учитель, это было очень давно, но женщина была очень хорошая, образованная, вежливая. Звали ее Мария Федоровна. А может быть, какие-то истории очень приятные, теплые есть? Ну, есть, конечно. Вот расскажите какую-нибудь самую запоминающуюся. Ну, наверное, когда пришли первый раз в первый класс. Жили в деревне, нас было очень мало, всех она обнимала. Знакомились, все было хорошо. Ну, помню, свою помню, да, это в «АллатРе», Ястребова Александра Васильевна. Ну, сейчас спокойно уж, конечно. А так вообще желаю всем учителям терпения, здоровья. Сейчас как бы только так. Вот такие разные, но одинаково теплые слова. Если среди ваших родных или близких есть учителя, обязательно поздравьте их сегодня. Ну а я, пользуясь случаем, хочу поздравить своего любимого учителя. Бабуль, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником. Желаю тебе всего самого-самого, мой первый учитель. Удачи!